эти люди-курильщики, они курят прямо на выходе, думая, что находятся вне помещения. Лучше бы они зашли внутрь, и дым естественным образом проникал бы здесь и рассеивался, а не заходил специальным способом. Я сейчас пойду в упор снимать этого человека. Вот смотрите. Да, курят прямо на выходе, и дым заходит сюда внутрь. Еще очень важно, как только ты уходишь от какого-то места, это же место тут же занимают люди. После курильщиков наступает эпоха детей, толкающих на стенды.
идет распределение. С той стороны мой брат-близнец находится. А никто из вас не верит в то, что есть два одинаковых человека с моей внешностью. А это так. Спрашивает на угощение.